28 апреля 43-го года немецкие самолеты начали бомбить наши войска в кубанской станице Крымская. В небе проходило до 15 воздушных боев. Главную роль в сражении сыграли советские истребители нового поколения. Впервые за все время войны наши летчики полностью перехватили инициативу и помешали немцам в выполнении боевых задач. Всего в небе на Кубани произошло 3 воздушных сражения. Было уничтожено огромное количество вражеской техники. До победы оставалось 742 дня.